Продолжаем. США объявлена угроза цунами после землетрясения, которое произошло сегодня утром у берегов Сальвадора к штату Луизиана. Тем временем приближается тропический шторм Айзек. В ряде округов проводится эвакуация населения. Тему продолжит Хату на Конджаре. Тропический шторм Айзек надвигается на американский штат Луизиана. Скорость ветра в нем достигает 100 км в час. Вихрь может задеть Миссисипи и Алабаму. В связи с этим в штатах объявлено чрезвычайное положение. Многих жителей эвакуируют. Те, кто остается, запасаются продуктами питания и питьевой водой. Есть вероятность того, что в ближайшие дни им придется провести дома. Пока еще довольно слабый, Айзек начинает набирать силу. Специалисты прогнозируют, вихрь может перерасти в ураган уже сегодня вечером, крайний срок – утро вторника. Несколько компаний временно приостановили производство в Мексиканском заливе. Айзек нарушил и политические планы. Из-за разгула стихии республиканская партия отложила свой съезд. На нем экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни должен быть официально объявлен кандидатом в президенты. Если Айзек не вмешается, съезд состоится во вторник. Между тем, вихрь уже ударил по некоторым районам штата Флорида. Так, на остров Флорида-Кис обрушились ливни и сильный ветер. Хатуна Конджария, канал ПИК.